мошенники используют IP-телефонию. То есть они звонят через интернет, они не звонят с обычных сотовых телефонов. То есть, когда потерпевшему поступает звонок на телефон, он видит, что номер там 495 или 499, и он думает, что это звонит, ну, действительно, там, сотрудник банка, там, вроде как стационарный телефон. Но на самом деле это телефон IP-телефонии. То есть преступники используют зашифрованный канал.